Xiaomi Mini Speaker. Вот такая вот интересная Bluetooth колоночка от компании Xiaomi. Что же такое Xiaomi? Xiaomi это уже не просто бренд, это уже своего рода философия. Производитель выпускал, который сначала только смартфоны, сейчас уже выпускает гораздо широкий спектр продуктов. В основном, конечно, естественно, технического направления. Это различные браслеты, колонки, планшеты, смартфоны. Ну, в общем, техника такая, гаджеты. Вот. А сегодня вот у меня вот такой вот интересный спикер на обзоре. Сначала я как бы не понимал, за что же такая у него цена. Стоит он в магазине Geekbuying 26,5 долларов. И за цену в два раза дешевле можно найти подобные спикеры, подобного размера. Вот, как видим, он в принципе не очень большой. Значит, 12,5 сантиметров на 12,5 сантиметров и 5 сантиметров в высоту. Вот такая вот у нас получается колоночка небольшая. Но попользовавшись ней вот буквально там несколько дней, я понял, что она стоит абсолютно своих денег. Я вам сейчас попытаюсь показать и рассказать все ее основные функции. Ну вот, как видим, сверху здесь у нас сеточка, под ней расположен динамик. Если посмотреть на солнышко, то видно, что динамик занимает не всю площадь, естественно, иначе он был бы просто огромен. И эта штука весила бы очень много и было бы больше размерами. Динамик где-то занимает процентов 50 площади. Вот. Остальное место это корпус, который, кстати, полностью металлический. Вот. И в нем внутри встроенный аккумулятор. Емкость аккумулятора мне неизвестна, но по заявлениям производителя данная колонка должна отыграть 12 часов музыки при стандартной громкости. Что значит стандартная громкость? Это когда вы включите, вот это стандартная громкость. Можно после этого ее добавить, уменьшить, но при включении всегда средняя громкость выставлена. Вот, 12 часов. Я сегодня провел тест, честно скажу, еще пока не до конца. Она отмаслала у меня 9 часов и даже не думает еще садиться. Причем эти 9 часов я слушал почти на максимальной громкости. Я бы сказал так, 80-90%. Иногда делал чуть тише, на классных треках делал чуть погромче. Вот, ну, не максимум, потому что иногда на максимуме некоторые треки начинают запирать. Ну вот, почти на максимуме 9 часов отмаслал. Сколько еще проработает, я потом в комментариях допишу. Но я уже не дождался, уже вечер, мне хочется снять поскорее видеообзор, поделиться с вами информацией. Поэтому вот такие вот пока данные. Я думаю, что 12 часов она отработает. Вот. Далее. Смотрим тут у нас, что у нас тут на дне. На дне у нас тут написано моделька. Моделька у нас называется NDZ03GA. Вот. Что это такое, понятия не имею. Далее. Тут сертификаты всякие. Китайщина. Название модели, видимо. А дальше информация по зарядке. 5 вольт, 1 ампер. Вот. Ну, то есть в комплекте, кстати, идет обычный USB кабель, но блока питания нету. То есть вы можете использовать любой блок питания от любого смартфона. Вот. Что еще тут интересного? Ничего интересного. Ссылочка на сайт. Но самое большое интерес представляют, конечно же, кнопочки. Это пауза, play и кнопки громкости. Эти кнопки, они же одновременно являются и ножками. То есть они резиновые, и это позволяет не скользить. Видите, вот я весь стол шатаю, вот, а как бы, ну, сам спикер никуда не ездит. Вот. Так, что еще? Вес его составляет 250 грамм. Здесь используется четвертая версия Bluetooth. До 10 метров ловит сигнал. Причем я скажу так, что реально даже через стену бьет, с чем я встречаюсь крайне редко. Вот я сегодня, пока тестировал 9 часов, вот это у меня музыку играл, частенько, ну, забывал, что у меня играет музыка от телефона, и с телефона выходил там в соседнюю комнату, чтобы там позвонить или принять звонок. Вот, а в это время у меня как бы, ну, музыка не прерывалась.
Вот, лишь один раз у меня начало заикаться звук, когда я зашел в дальнюю комнату, это получается стена одна, но она как бы такая, получается, самая по расстоянию около уже там нескольких метров, и плюс еще стена. Вот. А если выходил в смежную комнату, то отлично ловило. Вот. Ну, давайте теперь я вам на примере покажу, как это все работает. Вот. Здесь у меня лежит телефон, который мне в этом поможет. Такой таинственный телефон. На самом деле это Echo E04, который, обзор которого я вот недавно выкладывал. Вот. Ну, давайте включим колонку. Для этого нужно зажать кнопку включения на несколько секунд. Как видим, колонка сразу же включается в режим поиска. Мигает синий и красный светодиоды. Вот такая вот подсветка, очень симпатична. Ночью смотрится супер хай-течно. Вот. И как бы с одной стороны она не яркая, не бьет по глазам. С другой стороны такое вот устройство из будущего. Вот. После этого мы включаем телефон. Включаем Bluetooth на телефоне. Тут у меня уже как бы все было, я уже спаривал их между собой. Поэтому просто когда я включаю, автоматически оп, произошло соединение. Соединение происходит очень быстро, как вы сами уже заметили. Вот. Ну, давайте я вам включу музыку. Конечно, видео не передаст качество звучания, но все же я что-нибудь попытаюсь. Для начала сделаем небольшую громкость. Будем ее постепенно добавлять. Ну, несмотря на то, что композиция спокойная, уже даже на этой громкости чувствуется глубина баса. Здесь уже можно сказать, что колонка прокачивает. Чувствуется реальная вибрация от баса. Если колонку немного приподнять над столом, баса становится чуть меньше. Если ее поставить на поверхность, баса становится снова больше. Попробуем более какой-нибудь прогрессивный трек. Ну, я реально скажу, колонка дубасит. У меня компьютерная... Сделаем потише, чтобы я мог как бы еще рассказать. У меня компьютерная акустика играет в разы тише, хотя там две колонки гораздо большего размера. А здесь одна колонка прокачивает, так сказать, не по-детски. За счет того, что динамик направлен вверх, звук рассеивается по всей комнате, и даже ну, не чувствуется, что звук моно. Чувствуется как бы такое, ну, человек даже не разберется, что-то играет одна колонка. Звук распространяется абсолютно по всей комнате. Еще раз предлагаю послушать, как качает. Так, сделаем снова потише. И последнее, о чем мне хотелось бы сказать, это такая фишка, вот эти вот ножички, которые я показывал, они не просто ножки и не просто кнопки, они еще и такие вот интересные кнопки. Когда вы нажимаете сверху на колонку, нажимается ножка. Допустим, для того, чтобы нажать на кнопку пауза или play, мне нужно нажать вот так. Видите, песня остановилась. Сделаем погромче. Легкое нажатие. Нажатие получается, как бы происходит за счет веса. Так же само перемотка. Следующий трек. Следующий. Длительное зажатие регулирует громкость.
Эти убавили до минимума. Теперь добавим до максимума. Сигнал оповещает о том, что максимум достигнут. Максимум здесь. Не полностью максимум. То есть здесь у меня сейчас выставлено процентов 30 громкости, а здесь максимум. Не знаю, что еще добавить можно к этому обзору. Колонка, я очень доволен. Супер, это как бы одно из лучших приобретений таких вот недорогих гаджетов, на которые вроде бы как сначала особо не рассчитываешь, но когда получаешь его, понимаешь, что это будет один из самых часто используемых и любимых гаджетов. Вот. Реально его как бы, ну, я, например, уже брал несколько раз даже ванну его с собой. Поставив его на рукомойник, ванная акустика вообще там супер. Можно там, я не знаю, дискотеку устраивать. Для вылазки вообще отличный вариант. На природу, на шашлыки, на дачу. Вот. Да банально даже дома там подсоединить там плеер, если вы не хотите включать там громко слишком, но при этом хотите послушать качественный звук. Вот. Я уже не говорю, что соединив его с планшетом или ноутбуком, можно комфортно посмотреть фильм, когда, допустим, громкости планшета недостаточно, а наушники вы слушать не хотите. Вот. Ну, в общем-то, на этом все. Благодарю за внимание. Чуть ниже, когда я окончу тест, я вам напишу окончательно, сколько продержалась у меня эта колонка. Вот. Недостатков в использовании не выявлено ни одного. Я настоятельно всем рекомендую. Она стоит каждого потраченного на нее цента. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, задавайте вопросы. Я с удовольствием вам отвечу. С вами был Злой. До новых встреч.